А кто виноват? Кто? Почему вы еще ругаете на этих? Чиновники виноваты. Мне вот нравится. Сидит жирный, пиво пьет. Ну, это жрет куриную ногу. Или голяшку свиную. И рядом сидит такое же его дичо. Ну. Аж жует этот Макдональд. И он сидит по телевизору, видит, как наши проиграют. И типа... Ну, козлы. Так ты посмотри. Да, опусти свою щеп подбородка своих вниз и глянь. Глянь, кто у тебя родил. Ну, какого растет? Ты укура растишь? Амеба растет. Да же это амеба мягко сказано. Гиподинамия у него. Ну, у него 3 метра сала. Атеросклероз, вот. А ругаешь на спортсмена. Ты хоть прояви гражданское сознание. Типа, мне не надо спортсмен, мне нужен будет программист. Да, или вот директор банка. Запрограммируй. Спорт никакому программисту не помешает. Программистов у нас уже выигрывают. Ты-то ладно, ты-то конченый уже. Да, тебе уже немного чего осталось. Но. Пиво есть, дача есть. Бзди в свои подушки. Бзди в Москве. А подумай о будущем. Чего ты ругаешь? Потому что вот такие, как ты, своих дичок вовремя не берут за ухо и не отводят у секцию какую-то. А мы решили проявить свою сознательность. И что говорят почему-то, что спортсмены дурные? Что они кроме своего... Ага, вы все умные, да, а они дурные. Дурные. Вот так. Вообще такие анекдоты рассказывают про боксеров. Ага. А ты такой умный, выйди. Да, поговори. Выйди 2-3 раза головой об рынок. Ударься, посмотрим, какой ты. Ты хотя бы отожмись, попробуй. Ну. Все равномерно. Есть спортсмены, которые в институтах учат. Вот мы с Серегой, мы пошли из секты. В секции. Да. Мы решили проявить свою сознательность. Не, ну как? Мы... Бессознательно мы давно были спортсменами. На подсознательном уровне. Ну так у нас такие виды спорта. Там по деревьям полазить, прыжки через забор. По плиткам померить, у кого больше. Кто дальше харканет. Ну, вот. Подсек потом. Это типа охота на лис мы называли. Ну. За девками. Лисы это у нас называлось. Вот. Ну мы решили пойти на секцию на какую-нибудь. Чтобы стать олимпийским резервом. Сначала мы пошли на борьбу. Борьба нам не закатила. Ну ее нафиг эту борьбу. Во-первых, там надо все время обниматься с пацанами, с другими. Они потные и колючие. Ну. А ты его только обоймешь. И только к ему начинаешь питать, а он тебе за руку, козел, и обмат. А тренер говорит, группируйся, куда там группироваться, нога в одну сторону, а пузо в другое. Только сопли, да еще потом болит. Фыркнули, да, еще. А потом в голове гудит. Ну. И после этого плохо вообще. Еще ногти поломали. Что-либо соображать плохо. Ну, а еще хорошо, когда это, очень интересно, болевой отрабатывать. Возьмут тебе ногу. И давай ее. А еще, знаете, некоторые тренера, они как делают? Они придешь к ним, он на тебя так посмотрит сверху до головы, и, короче, это, как его, и говорит, вот того поборешь, тогда я тебя возьму. А тот, вот окенный. Да, который уже 3 года занимается, и который на 5 кило. Короче, бросал, что я го, что мне, а еще заставлял пресс. На пресс это самое... С ноги как дал? Дал, говорит, да, держи, и с ноги бьет. А я малосольных огурцов поел. Так и он и спнул. Ну. Во, и пошло у него. А я тогда и не стал же пресс проверять. Ну, у меня трохи были тогда. Не надо было. Но он только еще это кимоно. Кимоно, да. С зеленкой. Только зрадал, соседа одалживал. Кимоно. Борьба нам не закатила, мы решили, что это не наше... Пошли в плавание. Плавание уже нам лучше, только нам раздеваться не хотелось. Мы на болотах живем, нам это решили в жизни пригодиться. А он разделся, а у его фломастером на спине всякие маты написаны. А это я эта скотина мне написала. А я думал, что ты с чёрдом, но. А он тебе просто его спину скусал, и он не спал на ее простынёй. А я так туда подчарую ее, я ж мочалки туда не доложу. А у меня спичка была, а спринг нарисован. Она говорит, иди смывай. И что сказали, справку проходить, а она гада... Говорит, надо мышки брыть. А его что, грибки нашли? Никакие не грибки это были. Что? Это ведь этот был. От того, что я торт сожрал. А, аллергия, скажи. Да, это краснуха. Да, что это у тебя 2 года, это краснуха? 2 года. И плавание нам не закатило.
И там надо мыться все время в воде. А как мыться? Ты только загоришь за лето и мыться надо. А еще вода не вкусная. Ну, я... Да? А туда еще нельзя по-маленькому ходить. Потому что там говорят... Они смотрят. Ну. И что этот с багром ходит тренер. И что зацепишь, и он тебе тырит. А собачка не разрешает. Ну, и бабочка прыгать не дает. А что это за прикол? Что это за плавание? А воды нахватались, она с хлором. И глаза красные. Ужас какой. А из носа все льется и льется. Плавание тоже нам не понравилось. Не понравилось, да. Пошли мы другой, пошли в стрельбу. Вот стрельба нормально была. Стрельба-то класс. Ну, только мы к тренеру, ё... ну как, и он пошел смотреть мишеньки. А я тут, так он перепутал. А я как чувствовал, что... Я сказал вверх, говорит, а он перепутал, не расслышал, думал молоко. И ему прямо в зад, этому тренеру. Ну хорошо, хоть была воздушка. А он на мне показывает. А я у меня-то заскочила, потому что я думал, что ё. Тогда ё отстрелил, что а я не, его... не туда. А куда? И второй раз этому тренеру. Упах. Ну. Ё так сначала так дал, потом так сделал. Хорошо, что мы не свои фамилии сказали, когда записывали. Потому что сказали, что нас после этого на учет поставят на какой-то. А мы их хотим. Да что нас учитывать? Таких, как нас, и так на учетить. Один на 1000 квадратных километров. У шахматы ходи, о, хороший. Вот шахматы это спорт, что надо. Да, и, ну... Ни тебе бегать не надо, ни подреседать. Сиди как дурень, как гибон над этой доской и размышляй над позициями. Но мы с ним... А мы с ним домики начали... И в Чапая. В Чапая, а можно еще как кегли расставить и одной шахматы с шелбаном шпулять. Тоже весело. Но только... Только там какие-то придумали, что все комбинация да комбинация. Говорят, вам надо комбинацию. Мы пошли комбинацию купили. И на следующий день пришли в комбинацию. Я сиреневый, да. Они ржач давай. Короче, это не спорт, а так. Отстой какой-то. Но зато у нас стали получаться очень современных спортах. Сейчас модных даже. Мы этим гордимся. Даже майки собираемся выпустить. У нас очень хорошо получается в боулинг. Да, потому что мы всегда гусей катали всегда, и всегда бабу хорошо катали, поэтому мы очень четко попадаем по кеглю. А однажды скатили эту катушку из-под кабеля с горы, шестерку сбила машину «Жигули». Да. Но мы не сказали, что это мы. Нет. Не узнали. Натренировались. Что хорошо у нас кёрлинг получился. Только вы не говорите, а то нам кранты. Кёрлинг получался, потому что мы все время в ПТУ были дежурными. Да. Вот. И поэтому мы пол очень четко мыли сюда. Четко, а когда... На стрессе. А чтоб пол мыть, мы еще какую-нибудь сумку возьмем, видишь, пуляемся. Да. Тоже хорошо получалось. Просто надо найти свою... Еще спортивная рыбалка у нас хорошо получалась. А еще я сейчас вычитал в газете, что есть еще четкий спорт на досках кататься по волнам. Нам бы только до волнов добраться. Да, а доски у нас уже есть. А интересно... Вот соседнего забора уже. А интересно, микроволновки по волнам можно на досках кататься? Или нет? Так что готовьтесь. Ведь, как сказал этот Кубертен, спорт и весь мир. Да. Так что тогда с нами заниматься. Трюфеля.